какой-то момент это всем надоело, и власти Филиппин устроили операцию по поимке самого опасного крокодила в мире. Мы должны убить его! Были наняты лучшие охотники, а в самой операции участвовали десятки добровольцев. Лолонга выслеживали несколько недель, а когда выследили, потратили целую ночь, чтобы усмирить монстра. Но даже это не помогло. Придя в себя, Лолонг начал дергаться и разрывать тросы, рассчитанные на силу в 12 тонн. Кадры попытки побега Лолонга вышли особенно жуткими. Сложно даже представить, что чувствовали тогда люди, находившиеся рядом. Но, к счастью, они все-таки надежно закрепили киллера, после чего этапировали его в вольер, где он умер в 2013 году.